Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 сентября – день Варфоломея, назван в честь перенесения честных мощей святого апостола Варфоломея. Он принял смерть от нечестивых в армянском городе Албани. Здесь же был и похоронен в оловянном ковчеге. От мощей апостола болящим подавалось исцеление, и многие из неверных обращались ко Христу. За это язычники выбросили его ковчег в море, но он не утонул, а плавал наподобие лодки, нося с собой бесценное сокровище. В итоге его прибило к острову Липара. В народе этот день еще называли листопадником. Также собирали грибы, которые использовали для приготовления самых разных блюд. Обычно в этот день отправлялись женщины и дети в леса и приносили домой лукошки, наполненные грибами. Было очень распространено такое блюдо, как жареный картофель с грибами. Оно весьма сытное, чем подходило для людей, ведущих тяжелый крестьянский быт. Грибы в какой-то мере заменяли мясо и придавали блюдам мясной вкус. Такой обман часто использовали для приготовления различных блюд. Не все работы сегодня ограничивались сбором грибов. Крестьяне подготавливали запасы на зиму, занимались садовой земляникой. Приметы. Если много грибов в лесах, это к затяжной и холодной зиме. Перелетные птицы садятся сегодня на землю, погода будет ясная. Если сидят на крышах домов, жди ненастья. А ранний листопад предвещает раннюю зиму. Вперед. А вот признаки... Кому надо попить витамина С? Да. Первое, это наступает... Вот мы начнем с первых признаков, и более легких, и закончим более тяжелых. Первое, это частые простудные заболевания. Да. Нету сил бороться. Да. Оказывается, витамин С дает такие могучие силы бороться с этим, да? Далее, это упадок сил. Общий. Апатия. Далее у нас идет, интересно, это когда мы чистим зубы, кровоточивость десен возникает. Вот. Если мы на все это, как бы сказать, смотрим спустя рукава, далее у нас начинают шататься зубы и возникает так называемое явление цинга. Да, это уже крайне проявление. То есть мы начали с простуды и простуды, пошли да. Вот уже до цинга. Поэтому, если хотите, чтобы у вас зубки были целыми, не шатались, если, чтобы не было простуд, чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет, надо обязательно использовать в своем питании такие продукты, которые содержат витамин С. Естественный. Дело в том, что существует огромное заблуждение между вот, искусственными и естественными. Я уже сказал, что где-то разница колоссальна, где-то раз 20-10. Да. Усвоение. Наш организм привык получать вот эти все витамины, то есть вот эти вещества, которые здесь содержатся, в таком виде. Эволюционно приспособлен наш организм все это брать из пищи. А что такое искусственная таблеточка? Это уже какое-то кристаллическое вещество, которое лишено воды, которое лишено других веществ, которые идут в связки, способствуют усвоению и выведению. Ну тоже не дураки, наверное, тоже же как-то придумывали молекулы. Популярную вот основу этих таблеток, чтобы они переваривались. Хорошо, а будем так говорить, уж не будем глупыми называть ученых, но они пошли по такому пути и думают, что наш организм, знаете, ну, как своего рода какой-то механизм, который все там усвоит и все переварит. И я простой пример привожу. Вот мы берем яблочко. Кстати, в яблочке содержится и витамин С, ну, конечно, не в таком большом количестве, и витамин П. Яблочко, Танюша съест, все усвоится, да. И все нормальненько. Давайте и даст ей красоту и здоровье. Вот. И если это яблочко, оно содержит, вот смотри, как они считают, оно содержит, допустим, там 100 калорий. Ну, к примеру. Вот так вкусно рассказывай, я его помою. Да, хорошо, помой. Вот. И если это яблочко, мы с вами положим и начинаем его запекать
печке без доступа воздуха, это яблочко обугливается, сохраняет все, значит, калории, которые имелись, потому что все это, знаешь, как определяется, в калориметрическую печь кладется, сжигается и измеряется количество калорий. Так вот, держите. Вот это яблочко, ну, допустим, мы усвоим, да, да, мы его положили в калориметрическую, в печку, в эту печку, да. Значит, превратили его, обуглили, ага. И оно содержит тоже 100 этих калорий. Но можем мы съесть этот уголь или нет? Тан-дан-дан! Вот. И сразу все становится на свои места. То, что мы можем усвоить отсюда, мы не можем усвоить из синтетических витаминов. Раз. Далее. То, что здесь содержится в свежем виде во время термической обработки, а витамин П и витамин С очень чувствительны к термической обработке, они просто-напросто как белок яйца сворачиваются и становятся гораздо труднодоступными для нашего организма. И в результате это все вроде бы должно содержать, но мы съедаем, оно не усваивается. У нас нет этих механизмов. Запечатали мы этой термообработкой. Все, да, запечатали. Есть еще один интересный факт. Значит, кстати, смотрите. Витамин С, который мы поедаем с яблочка, с, значит, с зелени, с грейпфрута и так далее, он, значит, предупреждает некоторые формы онкологии, уменьшает количество холестерина, который у нас в крови имеется, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов и аллергии. Когда это все нормально, у нас все это переваривается и сгорает, как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови, потом выводится с почками, как я сказал, вот так вот в виде желтого какого-то образования, что она делает? Она вызывает аллергию. Это вы про синтетические эти витамины? Да, они могут образовать аллергию. Съел полпачки, пожалуйста, покрылся какой-то крапивницей. А ты съел килограмм яблок и ничего. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прибой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению.
вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!